Всем гостям и зрителям моего канала огромнейший привет из Англии. С вами я, Светлана. Сегодня у нас пасмурная, серая весенняя погодка. Но птички поют и радуются весне. Я хотела сделать небольшой обзор моего сада, как на данный момент у меня проходит весеннее цветение шикарных нарциссов и гиацинтов. Давайте посмотрим в этот уголок. Здесь небольшой уголок у меня розмарин растет и сейдж. Всю зиму цвели анютины глазки. Это зимний сорт. Они не боятся холодов. Вернее, у нас не такие уже и холодные погоды зимой. У меня цвели крокусы. Они уже закончили свое цветение. И давайте посмотрим на нарциссы. Нарциссы, конечно, повернулись в другую сторону, к солнышку, тянутся к свету. Но солнышка на данный момент у нас нет. У нас были намного лучше погоды в феврале, чем в марте. И проходимся, мои хорошие, посмотрим на эту красоту. Все луковичные весенние растения я сажала в конце октября. Так, мой хороший, там немножко в огороде у нас непорядок. Мой муж помогал мне обрезать деревья. Нам еще много нужно вывести мусора. Вот так отцветает камелия. Красивая, шикарная камелия. Гиацинты я сажала немножечко в разброс разных цветов, чтобы они не повторялись, начиная с кремово-оранжевых, белые гиацинты, вот такой темно-фиолетовый, он еще пока не раскрылся. И через один разных цветов, мои хорошие, цветение только начинается. Я еще сделаю вам обзор немножечко позже. Вот. Если солнышко выйдет, будет намного лучше. Но пока у нас стоят сырые погоды, довольно-таки прохладные. Вот так, и посмотрите, вот он первый бутон тюльпанчика, еще не раскрывшийся, нужно солнышко. Вот так у соседей цветет камелия. Очень красивое, густое, шикарное цветение. А это наш участочек впереди дома, где цветет пышно, красиво, белыми звездочками моя магнолия. Такие красивые цветочки. Вот такая вот красавица белая, пышно цветет и уже начала выпускать листья. Магнолия начинает свое цветение, а затем уже после цветения выпускает листики. И вот наша камелия, тоже, которая растет впереди дома. Мой муж ее очень хорошо пообрезал в прошлом году. Я переживала, что она не будет цвести, но все-таки идет цветение. Немножечко больше цветения вверху, вот так, соседям. Попросила мужа, чтобы он ее обрезал вдоль заборчика. И как вы видите, я сейчас вам покажу, моя хорошая, она начинает пускать веточки вдоль забора. Многие бутоны еще только начинают распускаться. Ну вот, посмотрите, какая красота уже цветет. Яркая камелия. И посмотрите, какая красота вот там сидит и смотрит, что же мамочка на улице делает. Это наша ангел. Она любит смотреть в окно, особенно если мы уходим куда-то. Она нас провожает или возвращаемся. И сейчас я вам покажу тигрицу. Посмотрите, ангел на первом этаже. А вон кто на втором этаже. А вот там на втором этаже тигрица. Вот она решила уже спуститься. Не спускается, да, спускается уже, спускается вниз. Сейчас она будет внизу возле двери меня ждать. Вот такие у нас верные девочки, которых мы очень любим и
балуем. Ангел! Ангел! Она даже не хочет посмотреть на маму. И вот такой небольшой обзор нашего весеннего сада я хотела для вас сделать, мои хорошие. Всем желаю прекрасного весеннего настроения, счастья, мира и добра. С вами была Светлана.